Выслушайте меня, пожалуйста. Вы такие же, как я, Homo sapiens. Человек разумный. Жизнь, чудо вселенной, появилась около 4 миллиардов лет назад, а мы, люди, всего 200 тысяч лет назад. Но мы уже преуспели в разрушении баланса, так необходимого для жизни на Земле. Слушайте внимательно эту удивительную историю, вашу историю, и решайте, что вы намерены делать. Вот как все начиналось. Вначале наша планета была не более чем огненным хаосом, сформировавшимся вслед за нашей звездой Солнцем, облаком слипшейся космической пыли, как и многие другие образования во Вселенной. И все же здесь совершилось чудо жизни. Сегодня жизнь – наша жизнь, всего лишь звено в цепочке бесчисленных жизней, следовавших друг за другом на Земле в течение 4 миллиардов лет. Даже сегодня появляются новые вулканы. Они отдельно напоминают нам о том, какой Земля была в период зарождения. Расплавленная порода, извергающаяся из глубин, твердеет, трескается, пузырится и растекается тонкой коркой, прежде чем на время впасть в спячку. Эти кольца дыма, струящиеся из недр Земли, были неотъемлемой частью первичной атмосферы Земли, атмосферы, лишенной кислорода. Плотная атмосфера, насыщенная водяным паром, богатая углекислым газом. Словно в печном котле. Но благодаря воде Землю ожидало исключительное будущее. На идеальном расстоянии от Солнца, не слишком далеко и не слишком близко, Земля могла содержать воду в жидком виде. Водяные пары конденсировались и обрушивались на Землю проливными дождями. Так появились реки. Реки придавали форму поверхности Земли, прокладывая свои русла, пробивая долины. Они сбегали в самые низкие места Земли, чтобы сформировать океаны. Они вымывали минералы из скал, и постепенно пресные воды океанов стали очень солеными. Вода – источник жизни. Она оросила бесплодные просторы. Пути, которые она проложила, словно вены в человеческом теле,
словно ветви деревьев, наполненные соком. Спустя примерно 4 миллиарда лет, кое-где на Земле до сих пор можно найти эти произведения искусства, оставленные пеплом вулканов, смешанными с водой исландских ледников. Вода и материя, зыбь и твердь создали важнейший союз, представленный в каждой форме жизни на нашей планете. Минералы и металлы даже старше Земли. Они являются космической пылью. Они подарили Земле краски. Красный от железа, черный от углерода, синий от меди, желтый от серы. Откуда мы появились? Где загорелась первая искра жизни? Удивительно, первые примитивные формы жизни все еще существуют в горячих источниках Земли. Они дают им свои цвета. Их называют археобактериями. Все они живут за счет тепла Земли. Все, за исключением цианобактерий или сине-зеленых водорослей. Только они могут поворачиваться к Солнцу и поглощать его энергию. Они являются предками всех прежних и нынешних видов растений. Эти крошечные бактерии и миллиарды их потомков изменили судьбу нашей планеты. Они преобразовали ее атмосферу. Но что же случилось с углекислым газом, отравлявшим атмосферу? Он все еще здесь, заточенный в земной коре. Нигде не сможем мы прочесть эту главу истории Земли так же хорошо, как на стенах Большого каньона Колорадо. Они открывают для нас почти 2 миллиарда лет истории Земли. Когда-то Большой каньон был морем, населенным микроорганизмами. Они вырастили свои раковины, используя атмосферный углекислый газ, который был растворен в океане. Когда они умирали, ракушки тонули и скапливались на морском дне. В этих отложениях миллиарды и миллиарды тех ракушек. Благодаря им атмосфера была очищена от углекислого газа, и другие формы жизни смогли зародиться. Это жизнь, изменившая атмосферу. Растения питались солнечной энергией, которая позволяла расщепить молекулы воды, чтобы получить кислород.
и кислород наполнил воздух. Круговорот воды на Земле – это процесс постоянного обновления. Водопады, водяные пары, облака, дожди, родники, реки, моря, океаны, ледники. Круговорот никогда не прерывается, количество воды на Земле всегда неизменно. Все жившие на Земле виды пили одну и ту же воду. Вода – удивительное вещество, одно из самых изменчивых. Она имеет жидкую форму в виде воды, газообразную в виде пара и твердую в виде льда. В Сибири замерзшие поверхности озер зимой хранят следы тех сил, что действуют во время замерзания воды. Легче воды. Лед плавает, а не погружается на дно. Он создает защитный покров от холода, под которым продолжается жизнь. Двигателем жизни является взаимосвязь. Все взаимосвязано, ничто не самодостаточно. Вода и воздух неразделимы, объединены в жизни и для нашей жизни на Земле. Облака формируются над океанами и приносят дождь на сушу, где реки несут воду обратно в океаны. Обмен – это все. Зеленое пространство, проглядывающее сквозь облака, – источник кислорода в воздухе. 70% этого газа, без которого наши легкие не смогут функционировать, поступает от водорослей, которые окружают поверхность океанов. Наша Земля основана на балансе, в котором каждый играет свою роль и существует только благодаря существованию другого. Изысканная, хрупкая гармония, которую можно так легко нарушить. Так кораллы были рождены союзом водорослей и раковин моллюсков. Большой барьерный риф у побережья Австралии раскинулся на 350 тысяч квадратных километров. Является домом для 1500 видов рыб, 4000 видов моллюсков и 400 видов кораллов. Равновесие любого океана зависит от этих кораллов. Земля отсчитывает время в миллиардах лет. Ей понадобилось более 4 миллиардов лет, чтобы создать деревья. Среди растений деревья – это кульминация. Превосходное живое изваяние. Деревья бросают вызов гравитации. Это единственный природный элемент, вечно стремящийся к небесам. Они неспешно растут навстречу солнцу, которое питает их листву.
В наследство от тех крохотных цианобактерий они получили способность поглощать солнечную энергию. Они накапливают ее и питаются ею, преобразуя ее в древесину и листву, которые потом распадаются на смесь из воды, минералов и органических веществ. Итак, постепенно сформировалась почва, необходимая для жизни. Почва – это фабрика биоразнообразия. Это целый мир непрерывной деятельности, где микроорганизмы питаются, рыхлят, аэрируют и перерабатывают. Они создают гумус, перегной, тот плодородный слой, от которого зависит вся жизнь на суше. Что мы знаем о жизни на Земле? Сколько видов нам известно? Десятая часть? А может быть сотая? А что мы знаем о связях между ними? Земля — это настоящее чудо. Жизнь остается загадкой. Семейства животных образуются, будучи объединенными определенными обычаями и ритуалами, которые передаются через поколения. Животные приспособились к своим пастбищам, и их пастбища приспособились к ним. В результате чего выигрывают все. Животные утоляют голод, а деревья расцветают вновь. В этом великом путешествии жизни на Земле каждый вид имеет особую функцию, занимает определенное место. Нет бесполезных или опасных существ. Все они сбалансированы. И вот ты, Homo sapiens, человек разумный, выходишь на арену истории. Ты получил сказочное наследство, которое Земля бережно копила в течение 4 миллиардов лет. Тебе всего 200 тысяч лет, а ты изменил облик мира. Несмотря на свою уязвимость, ты захватил все места обитания и покорил такие территории, как никакой другой вид до тебя. После 180 тысяч лет кочевания, благодаря более мягкому климату, люди приняли оседлый образ жизни. Они больше не зависели от охоты как средства выживания. Они предпочли жить во влажной местности, которая богата рыбой, дичью и дикими растениями. Здесь, где суша, вода и жизнь соединяются.
Человеческий гений вдохновил их на постройку лодок. Это изобретение открыло новые горизонты и превратило людей в мореплавателей. Даже сегодня большая часть человечества живет на побережьях континентов или берегах рек и озер. Первые города появились менее 600 лет назад. Это был значительный скачок в истории человечества. Почему города? Потому что в них людям было проще обороняться. Они стали социальными существами, встречаясь и обмениваясь знаниями и умениями, сочетая сходства и различия. Другими словами, они стали цивилизованными. Но в распоряжении людей была только энергия, данная природой, и сила собственных мускулов. Таким было существование человека на протяжении тысячи лет. Таким оно и осталось для каждого четвертого из нас. Более 1,5 миллиарда человек. Это больше, чем население всех богатых стран вместе взятых. У Земли брали только самое необходимое. Долгое время взаимоотношения людей и планеты были справедливо сбалансированы. Долгое время экономика походила на естественный и равноправный союз. Жизнь коротка, а каждый труд берет свою дань. Переменчивость природы сказывается на повседневной жизни. Образование – это редкая привилегия. Дети – единственное состояние семьи, поскольку каждая пара рук – это необходимый вклад в ее существование. Земля кормит людей, одевает их и дает им все повседневно необходимое. Все приходит от земли. Города меняют природу человека так же, как и его судьбу. Земледелец становится ремесленником, торговцем или лоточником. То, что земля дает крестьянину, горожанин покупает, продает или обменивает. Товары переходят из рук в руки, наряду с идеями.
Гениальность человечества в создании своей слабости. Люди пытались раздвигать границы своей территории, но они понимали пределы своих возможностей. Физическая сила, которой природа обделила человека, была найдена у животных, которые люди одомашнили для службы себе. Но как можно завоевать мир, если твой желудок пуст? Развитие земледелия изменило и судьбу диких животных, которые в поисках пищи нашли ее у человека. Земледелие перевернуло нашу историю. Земледелие было первой великой революцией. Развившееся лишь 8-10 тысяч лет назад, оно изменило наше отношение с природой. Оно положило конец шаткой зависимости от охоты и собирательства. Оно даже породило первые излишки продовольствия и дало рождение городам и цивилизациям. Для нужд земледелия люди подчинили себе животных и растения, от которых они, наконец, начали получать пользу. Тысячелетия, проведенные в поисках пищи, стали забываться. Они научились возделывать различные виды злаковых культур на разных видах почв и в разных климатических условиях. Они научились увеличивать урожайность и выводить новые сорта. Как и у всех видов на Земле, главная каждодневная забота всех людей – это прокормить себя и свою семью. Когда почва не так плодородна, а запасы воды иссякают, люди прикладывают невероятные усилия, преображая засушливые земли результатами своего труда. Люди возделывали землю преданно и терпеливо, так как этого требует наша планета, в почти священном ритуале, повторяющемся снова и снова. Сельское хозяйство – все еще самое распространенное занятие на Земле. Половина человечества занимается земледелием, и более 3/4 из них – вручную. Земледелие, словно традиция, передается из поколения в поколение, потом и кровью, потому что это – залог выживания человечества. Но после долгих лет ручного труда, человечество нашло способ использовать ископаемую энергию из глубин Земли. Это пламя тоже из растений. Это консервированный солнечный свет, чистая энергия. Энергия Солнца, накапливаемая за миллионы лет миллионами растений, более 100 миллионов лет назад. Это уголь, это газ. И прежде всего, нефть. Освободила людей от их тяжкого труда на Земле. Открыть
Открытие нефти ознаменовало начало новой эры в истории человечества. Мы вырвались из тисков времени. Благодаря нефти некоторые из нас получили беспредельный комфорт. И за 50 лет, срок одной жизни, Земля изменилась больше, чем за все предыдущие поколения людей. Быстрее и быстрее. Последние 60 лет население Земли почти утроилось. И более 2 миллиардов человек переселилось в города. Быстрее и быстрее. Шэньчжэнь в Китае с сотнями небоскребов и миллионами жизней всего каких-то 40 лет назад был маленькой рыбацкой деревушкой. Быстрее и быстрее. В Шанхае 3000 башен и небоскребов были построены за 20 лет. Сотни других строятся. Сегодня больше половины из 7 миллиардов населения Земли живут в городах. Нью-Йорк – первый мегаполис в мире. Символ эксплуатации энергетических ресурсов Земли, добытых человеческим гением. Сила миллионов эмигрантов, энергия угля, беспредельная власть нефти. Электричество подтолкнуло к изобретению лифтов, что в свою очередь сделало возможным строительство небоскребов. Нью-Йорк стоит на 16-м месте среди крупнейших экономик мира. Америка была первой, кто оседлал и запряг феноменальную мощь черного золота. С ее помощью страна фермеров стала страной сельскохозяйственных промышленников. В полях машины заменили людей. Литр нефти отдает столько же энергии, как и 100 пар рабочих рук за 24 часа. Во всем мире лишь 3% фермеров пользуются трактором. Однако их продукция преобладает на планете. В США осталось только 3 миллиона фермеров. Они производят достаточно зерна, чтобы накормить 2 миллиарда человек. Но большая часть этого зерна не используется в пищу людьми. Здесь и в других индустриальных странах это зерно превращается в корм для скота или в биотопливо. Использование ископаемого топлива развеяло призрак засухи, преследовавший посевы. Ни один источник воды не избежал использования в сельском хозяйстве, на которое расходуется 70% всей воды, потребляемой людьми. В природе все взаимосвязано. Развитие сельскохозяйственных земель и монокультурного земледелия привело к возникновению паразитов. Пестициды, другой дар нефтехимической революции, уничтожают их. Неурожай и голод остались в далеком прошлом. Наибольшей головной болью сегодня стала забота, что делать с плодами современного земледелия. Но токсичные пестициды попали в воздух, просочились в почву, растения, животных, стекли в реки и океаны. Они проникли в ядра клеток, стали подобны материнским клеткам, что присутствуют во всех формах жизни. Вредны ли они для человека, раз избавили его от голода? Эти фермеры в своих желтых защитных костюмах наверняка знают ответ на этот вопрос. Современное сельское хозяйство уже не зависит от типа почвы и времени года. Удобрения дают невиданные результаты, даже на тех землях, которыми раньше пренебрегали.
Районирование культур к почвам и климату дало более урожайные и легко транспортируемые сорта. Итак, за прошлое столетие 3/4 всех сортов, выведенных земледельцами за тысячи лет, были утрачены. Насколько видно взгляду, кругом теплицы, удобрения на земле, пластик над ней. Теплицы Альмерии в Испании – это город Европы. Целый город одинаковых стандартных овощей, и ежедневно сотни грузовиков развозят их по супермаркетам континента. Чем выше уровень развития страны, тем больше мяса потребляют ее жители. Как же удовлетворить растущую потребность в мясе без использования животноводческих ферм, напоминающих концентрационные лагеря? Как и жизнь рогатого скота, который никогда не увидит лугов. Производство мяса быстрее, чем в дикой природе, стало повседневной реальностью. На этих огромных полях, разбитых миллионами голов скота, не растет ни былинки. Вереницы грузовиков со всех уголков страны привозят тонны зерна, соевой муки и богатых протеином кормов, которые станут тоннами мяса. В результате 100 литров воды тратится для производства 1 килограмма картофеля, 4000 литров на 1 килограмм риса и 13000 литров на 1 килограмм мяса, не говоря о нефти, затраченной в процессе производства и транспортировки. Наше сельское хозяйство работает на нефти. Оно дает в 2 раза больше продуктов, чем нужно всем людям на Земле. Но разнообразие в питании заменено на стандартизацию. Благодаря механизации мы получили такие возможности, о которых раньше и не мечтали. Но это делает нашу жизнь полностью зависимой от нефти. Это новое мерило времени. Часы нашего мира теперь тикают в ритме этих неутомимых механизмов, добывающих солнечную энергию ископаемых ресурсов. Этот бесперебойный ритм успокаивает нас, а малейший сбой приводит нас в смятение. Вся планета прислушивается к этим метрономам наших надежд и иллюзий. Тех надежд и иллюзий, что растут вместе с нашими потребностями, ненасытными желаниями и расточительностью. Мы знаем, что конец дешевой нефти грядет, но мы отказываемся в это верить. Во многих из нас американская мечта воплощена в имени легендарного города – Лос-Анджелес. В этом городе, который протянулся более чем на 100 километров, количество машин практически равно числу жителей. Здесь каждую ночь энергия тратится на фантастическое шоу. Дни выглядят теперь не более, чем тусклое отражение ночей, превращающих город в звездное небо. Быстрей и быстрей. Расстояние теперь меряется не в милях, а в минутах. Автомобили создали новые пригороды, где каждый дом словно замок на безопасном расстоянии от удушливого центра города, и где ряды домов закручиваются вокруг дорог, ведущих в никуда. Модель жизни нескольких удачных государств стала универсальной мечтой, растиражированной телевидением по всему миру. Даже здесь, в Пекине, это скопировано, склонировано и повторено в форме домов, которые стерли стандартные пагоды с лица земли.
Автомобили стали символом комфорта и прогресса. Если этой модели последуют все страны, на планете будет уже не 900 миллионов автомашин, как сегодня. Их будет 5 миллиардов. Быстрей и быстрей. Чем больше развивается мир, тем больший энергетический голод он испытывает. Повсюду машины роют, бурят и выгрызают из Земли частицы звезд, утраченных с момента ее создания. Минералы. За следующие 20 лет из Земли будет добыто больше руды, чем за всю историю человечества. По праву сильного, 80% всех добываемых минеральных богатств потребляются 20% населения Земли. Еще до конца этого столетия нерациональная добыча ископаемых исчерпает практически все минеральные ресурсы планеты. Быстрей и быстрей. Судоверфи штампуют нефтяные, газовые танкеры и контейнеровозы, чтобы соответствовать запросам глобализованного индустриального производства. Большинство продуктов потребления путешествует тысячи километров от страны производства к стране потребителя. С 1950 года объем международных перевозок увеличился в 20 раз. Девяносто процентов торговых путей приходит по морю. 500 миллионов контейнеров транспортируются каждый год. Они отправляются в мировые узлы потребления, такие как Дубай. Дубай – одна из величайших строительных площадок мира. Страна, где невозможное стало возможным. Например, в море строятся искусственные острова. Дубай почти не имеет своих ресурсов. Но с нефтяными деньгами в Дубай приходят миллионы тонн материалов и людей со всего мира. Он может построить леса небоскребов, один выше другого, или даже лыжный склон посреди пустыни. В Дубае нет своего земледелия, но всю еду можно импортировать. В Дубае нет своей воды, но Дубай может позволить себе тратить огромные запасы энергии на опреснение морской воды и строительство самых высоких в мире небоскребов. В Дубае бесконечное солнце, но вовсе нет панелей солнечных батарей. Это нечто большее, чем просто город. Здесь самые дикие мечты становятся явью. Дубай – это кульминация западной модели с его 80-метровым идеалом всей современности, который никогда не устанет удивлять мир. Чрезмерно? Возможно. Дубай, похоже, сделал свой выбор. Он как маяк, привлекающий деньги со всего мира. Ничто не выглядит столь же далеким от природы, как Дубай, но ничто не зависит от природы больше, чем Дубай. Город точно следует модели богатых наций.
мы все еще не поняли, что безвозвратно тратим то, что дает нам природа. Что мы знаем о морском мире, в котором мы видим только поверхность, и который покрывает 3/4 планеты? Океанские глубины остаются тайной. Они хранят тысячи видов, чье существование остается для нас загадкой. С 1950 года вылов рыбы вырос в 5 раз, с 18 до 100 миллионов метрических тонн в год. Тысячи плавучих рыбозаводов опустошают океаны. Три четверти районов рыболовного промысла исчерпаны, истощены и подвержены риску стать таковыми. Большая часть крупной рыбы полностью выловлена, так как у нее просто не было времени на воспроизводство. Мы разрушаем жизненный цикл, доверенный нам самой планетой. На побережьях изобилуют признаки истощения популяции. Первый признак – редеют колонии морских млекопитающих. Уже пострадавшие от застройки побережья и загрязнения, теперь они сталкиваются с новой угрозой – голодом. В их непрерывной битве с промышленными траулерами они не могут найти достаточно рыбы для пропитания детенышей. Второй признак – морским птицам приходится пролетать все большее расстояние в поисках пищи. При таком темпе все популяции рыб находятся под угрозой исчезновения. Дакар. Слава о его обильных уловах гремела в веках. Но сегодня рыбные запасы истощаются даже здесь. Рыба – основной рацион для каждого пятого на планете. Можем ли мы представить невероятное? Брошенные лодки, море, лишенное рыбы.
Мы забыли о том, что природные ресурсы истощимы. 500 миллионов людей живут в пустынях, и это больше, чем все население Европы. Они знают цену воде. Они знают, как использовать ее бережно. Здесь их жизнь зависит от колодцев, пополняемых водоносными пластами, которые хранят воду тех дождей, что проливались над этой пустыней 25 тысяч лет назад. Водоносные пласты также позволяют выращивать в пустыне сельскохозяйственные культуры, чтобы прокормить местное население. Круглая форма полей обусловлена системой оросительных труб, выходящих из центральной точки. Но цена этому велика. Ведь эти водоносные пласты невосполнимы. В Саудовской Аравии мечты о сельском хозяйстве в пустыне рассеялись, словно мираж. Как на пергаменте карты, эти светлые пятна на узоре заброшенные наделы. Оросительное оборудование все еще на месте. Энергии, чтобы качать воду, тоже есть. Но ресурсы водяных пластов крайне истощены. Израиль превратил пустыню в пахотные земли. Но даже при том, что эти теплицы орошаются капля по капле, потребление воды продолжает расти вслед за объемом экспорта. Когда-то полноводная река Иордан, ныне просто ручеек. Его вода растеклась в супермаркеты по всему миру ящиками овощей и фруктов. Судьба реки Иордан не уникальна. Каждая десятая полноводная река по всей планете больше не впадает в море на протяжении нескольких месяцев в году. Мертвое море получило свое название из-за невероятно высокой солености, которая делает любую жизнь невозможной. Но лишившись вод Иордана, его уровень понижается на 1 метр в год. Его соленость увеличивается. Жара и испарение создают эти тончайшие островки соляных отложений. Красивые, но бесплодные. В Раджастхане, Индия, Удайпур – водное чудо. Создание города стало возможным благодаря системе дамб и каналов, создавших искусственное озеро. Была ли вода для архитекторов столь драгоценной, что они построили для нее дворец? В наступившем столетии Индия рискует стать страной, наиболее страдающей от недостатка воды. Массовое орошение накормило растущее население, и за последние 50 лет были вырыты 21 миллион колодцев.
Но победа над голодом имеет и оборотную сторону. Во многих частях страны, чтобы достичь воды, бурить приходится все глубже и глубже. В Западной Индии 30% колодцев уже заброшены. Подземные водные пласты полностью опустошены. Громадные резервуары водоносных пластов пополняются муссонными дождями. А во время сухого закона женщины из окрестных деревень пытаются добраться до воды голыми руками. За тысячи километров отсюда от 800 до 1000 литров воды потребляют на одного человека в день. Лас-Вегас был построен в пустыне. Миллионы людей живут здесь. Еще тысячи приезжают каждый месяц. Жители Лас-Вегаса являются одними из крупнейших потребителей воды в мире. Палм-Спрингс – еще один город в пустыне, с тропической растительностью и сочными зелеными полями для гольфа. Как долго этот мираж может процветать? Земля не сможет выдержать этого. Река Колорадо, несущая воду в эти города, одна из тех рек, что больше не впадают в море. И что еще более тревожно, ее поток убывает в верховьях. Уровни воды в озерах на ее пути стремительно падают. Озеру Пауэлл потребовалось 17 лет, чтобы достичь верхней отметки. Сейчас его уровень составляет половину. Недостаток воды затронет около 2 миллиардов людей еще до 2025 года. Хотя нетронутые места планеты пока еще богаты водой. Болото. Эти болота важны для всей жизни на Земле. Заболоченные местности занимают 6% поверхности планеты. Они как губки, реагирующие на поток воды. Они впитывают воду в половодье и отдают ее в засуху. Вода, бегущая с горных вершин, несет с собой частички тех мест, через которые она протекала. Этот процесс порождает уникальные ландшафты, где разнообразие видов по своему богатству не имеет равных. Под этими тихими водами расположены настоящие фабрики, где растения и микроорганизмы усердно фильтруют воду и отделяют загрязняющие вещества. Эти топи – важнейшие элементы среды, регенерирующие и очищающие воду. Эти болота всегда рассматривались как нездоровые пространства, непригодные для проживания людей. В наши гонки на освоение земель мы превратили их в пастбище для скота.
или в сельскохозяйственные угодья, или в строительные площадки. В прошлом столетии половина болот планеты была осушена. Мы не представляем себе ни богатства, ни роли болот. Все живое взаимосвязано. Вода, воздух, почва, деревья. Магия природы прямо перед нашими глазами. Деревья легким туманом выдыхают в атмосферу грунтовую воду. Их сень смягчает удары проливных дождей и защищает почву от эрозии. Леса поддерживают влажность, так необходимую для жизни. Они – мать и отец дождей. Леса поглощают углерод. Здесь его больше, чем во всей атмосфере Земли. Леса – краеугольный камень климатического баланса, от которого мы все зависим. Первобытные леса давали убежище для 3/4 всех биологических видов планеты, то есть, по сути, для всей жизни на Земле. Каждый год мы открываем новые виды, о существовании которых не подозревали. Насекомые, птицы, млекопитающие. Эти леса обеспечивают нас лекарственными веществами, врачуя нас. Вещества, выделяемые этими деревьями, распознаются нашими телами. Наши клетки говорят на одном языке. Мы – одна семья. Мангровые леса – это леса, шагнувшие в море. Подобно коралловым рифам, это детские ясли океана. Их корни сплетаются в убежище для рыб и моллюсков, которые приходят для размножения. Мангровые леса защищают побережье от ураганов, проливных волн и эрозий. Все люди зависят от них. За 20 век мангровые леса уменьшились наполовину. Одна из причин происходящего бедствия – это фермы по разведению креветок, построенные на богатых мангровых водах. Вентиляторы насыщают воздухом садки, полные антибиотиков, чтобы креветки не задохнулись. Тут уж не до мангров. С 60-х годов вырубка леса непрерывно набирает обороты. Каждый год 13 миллионов гектаров тропического леса, площадь размером с Иллинойс, сжигается или идет на пиломатериалы.
Самый большой в мире тропический лес, Амазония, уже сократился на 20%. Леса уступают место выгонам для скота и фермам соевых бобов. 95% этих соевых бобов кормят скот и птицу в Европе и Азии. Так леса превращаются в мясо. Во время лесных пожаров деревья и почва выделяют огромное количество углекислого газа, около 20% парниковых газов, выбрасываемых во всем мире. Вырубка лесов – одна из основных причин глобального потепления. Тысячи видов исчезают навсегда. А вместе с ними разрывается и еще одно звено в длинной цепи эволюции. Информация о живой материи, из которой они появились, потеряна навсегда. Всего 20 лет назад Борнео, четвертый крупнейший в мире остров, был покрыт густым первобытным лесом. С нынешней скоростью вырубки его леса полностью исчезнут в течение 10 лет. Живая материя связывает воду, воздух, землю и солнце. На Борнео эта связь была прервана там, где был один из величайших резервуаров биологического разнообразия Земли. Катастрофа спровоцирована принятым решением производить на Борнео пальмовое масло, одно из самых питательных и популярных масел на Земле. Пальмовое масло не только удовлетворяет наши растущие потребности в пище, но в косметике, моющих средствах и все больше и больше в биотопливе. Все разнообразие лесов заменено на один вид – пальму, дающую масло. Монокультура – это легко, продуктивно и быстро. Аборигенам это дает работу. Это сельскохозяйственная индустрия. Другой пример массового уничтожения лесов – эвкалипты. Из эвкалиптов делают бумажную массу. Плантации растут, так как запросы на бумагу за последние 50 лет выросли в 5 раз. Монокультуры деревьев захватывают земли по всему миру. Но монокультура – это не лес. По определению, есть небольшое отличие. Один лес не заменяет другой лес. У корней этих эвкалиптовых деревьев ничто не растет, так как слой из опавших листьев токсичен для большинства этих растений. Эвкалипты растут быстро и истощают подземные запасы воды. Соевые бобы, пальмовое масло, эвкалиптовые деревья. Уничтожение лесов разрушает важнейшее. Просто для производства излишнего. Но кое-где вырубка лесов – последнее средство для выживания. Больше 2 миллиардов человек, почти треть населения планеты, все еще зависит от древесного угля. На Гаити, в одной из беднейших стран мира, древесный уголь – один из основных товаров.
Когда-то жемчужина Карибских островов, сейчас Гаити не может прокормить население без иностранной помощи. На холмах Гаити осталось только 2% лесов. Ободранные и опустошенные земли больше не удерживают дождевую воду. А без растительности и скрепляющих корней ничто не удерживает и саму почву. Ливневые воды смывают почву вниз по склонам и дальше в море. Эрозия обедняет почву, уменьшая ее пригодность к земледелию. В некоторых частях Мадагаскара эрозия почвы весьма впечатляющая. Целые склоны холмов изрезают глубокими оврагами шириной в сотни метров. Тонкая и легко разрушаемая почва состоит из живой материи. С эрозией почвы тонкий слой гумуса, который создавался тысячи лет, бесследно исчезает. Вот одна из теорий об истории народа Рапануи, обитателей острова Пасхи, которая, возможно, заставит нас остановиться и подумать. Живя на одном из самых изолированных островов в мире, Рапануи эксплуатировали свои ресурсы до тех пор, пока ничего больше не осталось. Их цивилизация не выжила. На этих частях Земли росли высочайшие пальмы в мире. Они исчезли. Рапануи срубили их все на строительные леса. И тогда они столкнулись с быстрорастущей эрозией почвы. Рапануи больше не смогли ловить рыбу. Не было деревьев, чтобы строить каноэ. Но все же Рапануи создали одну из самых замечательных цивилизаций в Тихом океане. Передовые земледельцы, скульпторы, исключительные мореходы, они оказались заложниками перенаселения и истощения ресурсов. Они пережили социальные волнения, восстания и голод. Многие не пережили катаклизмов. Настоящая загадка острова Пасхи не в том, как попали сюда эти странные статуи. Мы это знаем. Загадка в том, почему Рапануи вовремя не спохватились. Это только одна из теорий, но сегодня для нас она имеет особое значение. С 1950 года население планеты почти утроилось. И с 1950-го мы более фундаментально изменили наш остров, Землю, чем за всю 200-тысячелетнюю историю. Нигерия – крупнейший экспортер нефти в Африке. Хотя 70% населения живут за чертой бедности. Богатство здесь есть, но жители страны не имеют к ним доступа. То же происходит по всему миру.
Половина всех бедняков живет в богатых ресурсами странах. Наш способ развития не достигает своей цели. За 50 лет пропасть между богатыми и бедными выросла как никогда ранее. В наше время половина богатств всего мира находится в руках 2% населения. Можно ли защищать подобное неравенство? Это причина миграции населения, масштабы которой мы еще полностью не осознали. В 1960 году в городе Лагос жило 700 тысяч человек. В 2025 будет жить 16 миллионов. Лагос – один из самых быстрорастущих мегаполисов мира. Вновь прибывшие в основном земледельцы, вынужденные уйти со своих земель по экономическим или демографическим причинам, или по причине истощения ресурсов. Это абсолютно новый тип роста урбанизации, движимый необходимостью выжить, а не желанием разбогатеть. Каждую неделю более миллиона человек пополняют население городов мира. Один из шести ныне живет в опасной, неблагоприятной и перенаселенной среде, без возможности реализовать обычные потребности, такие как потребности в воде, санитарии, электричестве. Голод распространяется все шире. Это затрагивает около миллиарда человек. По всей планете бедняки роются в мусоре, чтобы выжить, в то время как мы продолжаем рыться в земле в поисках ресурсов, без которых больше не можем прожить. Мы рыщем все дальше и дальше, на прежде еще не тронутых территориях и в районах все больше трудных для использования. Мы не меняем нашу модель развития. Нефть может закончиться? Что ж, мы все равно сможем извлекать ее из бетонных песков Канады. Крупнейшие в мире грузовики перемещают тысячи тонн песка. Процесс выплавления и отделения битума из песка требует миллионы кубометров воды. Затраты энергии колоссальны. Загрязнение просто катастрофическое. Очевидно, самая настоятельная задача – это подобрать каждый кусочек солнца.
Наши нефтяные танкеры становятся больше и больше. Наши потребности в энергии постоянно растут. Мы бросаем ресурсы, как в бездонную печь, требующую все больше и больше топлива. Но проблема в углекислоте. За несколько тысячелетий углекислый газ, превращающий атмосферу в раскаленную топку и который поглощается в природе миллионы лет, позволяя жизни развиваться, будет масштабно выпущен обратно наружу. Атмосфера разогревается. Всего несколько лет назад проплыть здесь на корабле казалось просто немыслимым. Перевозки, промышленность, вырубка лесов, сельское хозяйство – вся наша деятельность высвобождает гигантское количество углекислого газа. Не осознавая того, молекула за молекулой, мы нарушили климатический баланс Земли. Все взоры устремлены на полюса, где эффект глобального потепления виден воочию. Это происходит быстро, очень быстро. Северо-западный морской проход, соединяющий Америку, Европу и Азию через полюс, сегодня освобождается. Арктическая полярная шапка тает. Из-за эффекта глобального потепления за последние 40 лет полярные льды потеряли 40% своей толщины. Летом их площадь сжимается год от года. Они могут исчезнуть до 2030 года. По некоторым прогнозам, уже к 2015-му. Скоро эти воды будут свободны ото льда на несколько летних месяцев в год. Солнечные лучи, отражающиеся льдом обратно в космос, теперь проникают в темную воду, разогревая ее. Процесс потепления набирает обороты. Этот лед хранит в себе летопись нашей планеты. Концентрация углекислого газа за последние несколько тысяч лет никогда не была столь высока. Человечество никогда еще не жило в атмосфере, подобной нынешней. Не угрожает ли наше расточительное использование ресурсов жизни каждого живущего существа? Изменение климата усугубляет это влияние. К 2050 году четверть всех видов на Земле может оказаться под угрозой исчезновения. В этих полярных регионах природный баланс уже разрушен.
У побережья Гренландии все больше и больше айсбергов. Вокруг Северного полюса ледяная шапка потеряла 30% своей площади за 30 лет. И поскольку Гренландия быстро теплеет, пресная вода, по объему сравнимая с водой целого континента, вливается в соленые воды океанов. Гренландские льды содержат 20% всей пресной воды на планете. Если они растают, уровень моря повысится примерно на 7 метров. Но ведь здесь нет промышленности. Льды Гренландии тают из-за парниковых газов, выделяемых повсюду на Земле. В экосистеме нашей планеты не существует границ. Где бы мы ни находились, наши действия отражаются на всей Земле. Атмосфера нашей планеты – неделимое целое. Это наше общее достояние. В ландшафте Гренландии появляются озера. Ледяной щит тает со скоростью, которую даже самые пессимистичные ученые не могли предугадать 10 лет назад. Все больше и больше этих ледниковых рек сливаются вместе и проникают под поверхность. Полагали, что вода снова замерзает в глубинах льда. Однако она свободно течет подо льдами, смывая ледяной щит в море, где он раскалывается на айсберге. По мере того, как пресная вода гренландских ледников впадает в соленые воды океанов, низменные прибрежные земли по всей планете попадают под удар. Уровень мирового океана растет. Из-за потепления вода наступает. Только в 20 веке это привело к подъему уровня на 20 сантиметров. Все теряет стабильность. Коралловые рифы чрезвычайно чувствительны к малейшим изменениям температуры воды. 30% их уже исчезло. А кораллы играют роль связующего звена в цепочке биологических видов. В атмосфере основные потоки ветров меняют направление. Циклы дождей изменились, география климата стала другой. Жители островов, почти не возвышающихся над уровнем моря, например, здесь, на Мальдивах, живут на переднем крае этого фронта. Они чрезвычайно обеспокоены. Некоторые ищут новые, более гостеприимные земли. Если уровень моря и дальше будет расти все быстрее и быстрее, что тогда делать крупным городам и другим мегаполисам? Каждый год предсказания ученых становятся все более тревожными.
70% мирового населения живут на прибрежных равнинах. 11 из 15 крупнейших городов расположены на побережье или в дельтах рек. С ростом уровня моря соль падает в водоносные слои, лишая жителей питьевой воды. Массовая миграция неминуема. Единственная неопределенность – ее масштабы. В Африке гора Калиманджаро изменилась до неузнаваемости. Ее 80% снежной шапки уже исчезло. Летом реки больше вовсе не текут. Местное население страдает от недостатка воды. Даже на высочайших вершинах мира, в середине Гималаев, вечные снега и ледники отступают. Но ведь эти ледники играют огромную роль в круговороте воды. Они удерживают воду муссонных дождей в виде льда и освобождают ее летом, когда лед тает. Гималайские ледники служат источником воды для всех величайших рек Азии. Рек Инд, Ганг, Меконг, Янцзы, Хуанхэ. 2 миллиарда человек зависят от них, поскольку пьют эту воду и орошают ей посев, как в Бангладеш. Расположенная в дельтах Ганга и Брахмапутры, Бангладеш непосредственно затронута происходящим в Гималаях и изменением уровня моря. Это одна из самых густонаселенных и беднейших стран в мире. Глобальное потепление уже ударило по ней. Суммарный эффект от постоянно усиливающихся наводнений и ураганов может просто уничтожить треть всей территории страны. Когда жители подвергаются таким разрушительным явлениям, они в конце концов просто переедут в другие места. Богатым странам тоже пощады не будет. Засухи происходят по всей планете. В Австралии пострадала уже половина фермерских земель. Мы подрываем климатический баланс, позволявший нам развиваться в последние 12 тысяч лет. Все больше лесных пожаров подступает к крупнейшим городам. В свою очередь, они обостряют процесс глобального потепления. Когда дерево сгорает, выделяется углекислый газ. Экосистеме, управляющей нашим климатом, нанесен существенный урон. Ее базовые элементы разрушены.
Часы климатических изменений уже тикают в этих величественных ландшафтах. Здесь, в Сибири и в некоторых других местах на Земле, так холодно, что почва никогда не оттаивает. Это называется вечной мерзлотой. Под ее поверхностью заложена климатическая бомба замедленного действия – метан. Парниковый газ по эффекту в 20 раз более мощный, чем углекислота. Если вечная мерзлота растает, метан высвободится, что полностью выведет парниковый эффект из-под контроля. Последствия этого никто не может предугадать. Мы буквально окажемся на неизвестной нам территории. Человечеству осталось не более 10 лет, чтобы обратить вспять эту тенденцию и предотвратить превращение Земли во враждебную планету, предотвратить превращение жизни на Земле в нечто нам совершенно неведомое. Мы запустили процессы, которые не можем контролировать. От начала начал вода, воздух и все формы жизни тесно связаны. Но в последнее время мы сами порвали эти связи. Давайте взглянем фактам в лицо. Мы обязаны верить тому, что мы знаем. Все, что мы сейчас видели, — последствия действия человека. Это мы сделали Землю такой. У нас очень мало времени, чтобы что-то изменить. Как этот век сможет вынести бремя 9 миллиардов человеческих существ, если мы отказываемся отвечать за все то, что сами натворили? Двадцать процентов человечества потребляет 80% всех ресурсов. Мир тратит в 12 раз больше средств на военные расходы, чем на помощь развивающимся странам. Пять тысяч человек в день умирает из-за грязной питьевой воды. 1 миллиард не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Почти 1 миллиард людей ходят голодными. Более 50% зерна, проданного во всем мире, используется в качестве биокорма для животных. Сорок процентов пахотных земель вышли из оборота. Каждый год исчезает 13 миллионов гектар леса.
Одно млекопитающее из четырех, одна птица из восьми, одна амфибия из трех находятся под угрозой исчезновения. Вид вымирает в ритме в тысячу раз быстрее, чем в естественном темпе. Рыбные запасы исчерпаны на три четверти и находятся на грани исчезновения. Средняя температура последних 15 лет была самой высокой за все время наблюдения за погодой. Ледяной покров стал на 40% тоньше, чем 40 лет назад. К 2050 году, возможно, будет 200 миллионов климатических мигрантов. Цена наших действий высока, и кое-кто безвинно платит за чужие ошибки. Я видел лагеря беженцев, огромные, как города, раскинувшиеся в пустыне. Сколько мужчин, женщин и детей останутся на обочине завтра? Должны ли мы всегда возводить стены, чтобы разорвать цепи человеческой солидарности, разделять людей и защищать счастье одних от горя других? Слишком поздно быть пессимистом. Я знаю, что даже один человек может сломать любую стену. Слишком поздно быть пессимистом. 4 из 5 детей по всему миру ходят в школу. Никогда еще обучение не было доступно такому количеству людей. Все, от богатых до бедных, могут внести свой вклад. Лесото – одна из беднейших стран. Пропорционально больше всех других вкладывает в образование населения. Катар, одна из богатейших стран, открыл свои двери для лучших университетов. Культура, образование, исследования и инновации – это неисчерпаемые ресурсы. Перед лицом нищеты и страданий миллионы неправительственных организаций доказали, что солидарность между людьми сильнее, чем самолюбие отдельных наций. В Бангладеш задумали немыслимое и основали банк, дающий деньги только бедным. Почти за 30 лет это изменило жизни 150 миллионов людей по всему миру. Антарктика – континент с огромными природными ресурсами, на которые ни одна из стран не может претендовать единолично. Природный заповедник, предназначенный для мира науки. Договор, подписанный 49 странами, превратил эти сокровища в общее для всего человечества. Слишком поздно, чтобы быть пессимистом. Правительства уже встали на защиту около 2% территории вод. Это немного, но это в 2 раза больше, чем 10 лет назад. Первые национальные парки были созданы около столетия назад. Они покрывают 13% площади континентов. Они создают пространство, где человеческая деятельность идет в ногу с сохранением животного мира, почв и ландшафтов. Эта гармония между людьми и природой может стать правилом, а не исключением. В Нью-Йорке, США, осознали, что мы обязаны природе. Эти леса и озера представляют питьевую воду для города. В Южной Корее леса были уничтожены во время войны. Благодаря национальной программе восстановления лесов, они снова покрывают 65% страны. Более 75% бумаги используются для вторичной переработки. Коста-Рика сделала выбор между военными расходами и охраной природы. В стране больше нет армии. Ресурсы расходуются на образование, экотуризм и защиту девственных лесов. Габон – один из мировых лидеров в производстве древесины. Там внедрена система избирательной вырубки. Не более 1 дерева на гектар. Леса Габона – один из важнейших ресурсов страны, и им нужно время для восстановления. Существует программа, которая гарантирует рациональное использование лесов, не наносящее ущерба. Это должно стать обязательным правилом.
Для потребителей и производителей справедливый подход должен стать крайне заманчивой возможностью. Когда рынок свободен, когда оба, и покупатель, и продавец, получают выгоду, каждый может процветать и зарабатывать на достойную жизнь. Может ли быть справедливость и равенство между теми, у кого из инструментов только собственные руки, и теми, кто пожинает урожай с помощью машин и государственной субсидии? Давайте будем ответственными потребителями. Задумайтесь о том, что мы покупаем. Уже слишком поздно, чтобы быть пессимистом. Я видел земледелие в масштабах человечества. Оно может прокормить всю планету, если производство мяса не будет вырывать пищу изо рта людей. Я видел рыбаков, которые заботятся о том, что они ловят, и заботятся о богатствах океана. Я видел дома, производящие для себя собственную энергию. 5000 человек живут в первом в мире экологически дружественном районе во Фрайбурге, Германии. Другие города тоже участвуют в проекте. Правительства Новой Зеландии, Исландии, Австрии, Швеции и других стран сделали развитие возобновляемых источников энергии своим главным приоритетом. 80% потребляемой нами энергии произведено из ископаемых энергоресурсов. В одном только Китае ежедневно строятся по 2 новых электростанции, которые сжигают уголь. Но я также видел в Дании прототип угольной электростанции, выбрасывающей углерод в почву, а не в воздух. Решение будущего? Пока никто этого не знает. Я видел в Исландии электростанцию, питаемую теплом недр земли, геотермальной энергией. Я видел морскую змею, лежащую на поверхности моря, абсорбирующую энергию волн и производящую электричество. Я видел ветряные поля на берегах Дании, которые вырабатывают 20% всего электричества этой страны. США, Китай, Индия, Германия и Испания – крупнейшие инвесторы в разработку возобновляемых энергоресурсов. Это уже создало около 2,5 миллионов рабочих мест. Есть ли на Земле такое место, где не дует ветер? Я видел пустыни, опаляемые солнцем. Все на Земле взаимосвязано. Земля зависит от солнца, первичного источника энергии. Могут ли люди подражать растениям и улавливать его энергию? За 1 час солнце дает Земле столько энергии, сколько все человечество потребляет за год. До тех пор, пока Земля существует, солнечная энергия неиссякаема. Все, что мы должны сделать, это перестать бурить Землю и посмотреть в небо. Все, что мы должны сделать, это научиться использовать энергию солнца. Все эти эксперименты – только примеры. Но они свидетельствуют о новом понимании. Они ставят ориентиры для новых проектов человечества, основанных на умеренном, разумном и совместном использовании. Пришло время собраться вместе. Сейчас важно не то, что уже утрачено, а то, что еще осталось. У нас все еще есть половина мировых лесов, тысячи рек, озер, ледников и тысячи благоденствующих видов живых существ. Мы знаем, что решение есть уже сегодня. У нас есть сила все изменить. Так чего же мы ждем? Yeah.